Так и не решен вопрос с оплатой за дезинфекцию подъездов. Опять в квитанции включена строка об уборке лестничных клеток. Но жильцы сами убирают подъезд. Громобой 15, Шереметьевский проспект, 95. Пешеходные тротуары в сплошных ямах. Для слабовидящих людей с палочками их невозможно нащупать. Любой выход в аптеку или магазин представляет опасность. Проспект Текстильщиков, 117В. Около подъездов после дождей огромные лужи. Управляющая компания настаивает, что это городская территория. Хочу убедиться документально в ее правоте. Академическая, 21. Вызвала скорую в 12:30, а приехала только в 15:30. Это нормально? Я понимаю, что эпидемия, но если бы человек умер... Пенсионерка. Приставы списали деньги с моей банковской карты. Обращалась в управление. Там никаких судебных решений о взыскании задолженности за ЖКХ нет. Тогда на каком основании списываются деньги? Финишман. У меня ИП. Когда откроют магазины одежды? Сидим без денег. Неужели у нас ситуация хуже, чем в Москве? Там ведь все открывают. Кохма. Напротив улицы Московской строят новую стоянку вместо строительства детской площадки. Получается, что у нас с двух сторон стоянки примерно на 200 машин. Рядом продуктовый магазин, подъезжают фуры. Мы зажаты со всех сторон. Красный Зорь, 10. С осени прошлого года пишу заявки, чтобы убрали мусор под окнами. Также в доме, где МФЦ, обещали все годы устроить, но, увы, а за дворников продолжают платить. Перекрестки Революционные и Прибрежные после открытия участка окружной дороги установили дорожный указательный знак, а затем сверху закрепили рекламный щит. Дезориентировали транзитный транспорт. Ташкентская, 97. В доме пустует квартира. Квитанции до сих пор идут, долг превышает 30 тысяч рублей. У нас никто не нуждается в квартирах. 3 месяца назад обращалась, ничего не предприняли. Я пенсионерка. 2 недели жду волонтеров. Обращалась в социальную защиту, но там не отвечает телефон. Соседи шумят, делают ремонт. Обращались в полицию, но там ответили, что ничего противозаконного нет.